На этой неделе исполняющая обязанности главы администрации Дмитровского городского округа Оксана Котова побывала в новом молодежном центре «Квартал». Он открылся всего полгода назад, но здесь уже создана уютная творческая атмосфера для проведения молодежного досуга. А здесь чем занимаются? Мастер-классы, генезис. Все под мастер-классы. Генезис у нас еженедельно проходит. Ребята сейчас собирают танк из дерева. Будет такой огромный, который будет сам на радиоуправлении ездить и уметь стрелять. И мы пойдем уже на экран. Они его в течение 4 месяцев, 5 соберут. Покажете? Как соберем, покажем. Стены в молодежном центре «Квартал» покрашены в яркие цвета. Построена сцена для репетиций дмитровских юмористических команд, а также для проведения мероприятий различного формата. Кроме того, для этого молодежного центра была закуплена новая мебель в стиле лофт. На базе молодежного центра «Квартал» располагается с октября прошлого года ресурсный центр волонтеров Подмосковья. Также совсем недавно мы присоединились к движению, всероссийскому движению РДДМ, это российское движение детей и молодежи, и теперь мы занимаемся детьми от 7 лет до 35 лет, молодежь включая. Центр «Квартал» уже стал местом притяжения молодежи из соседних микрорайонов Дмитрова. Здесь молодые дмитровчане могут бесплатно обучиться обрабатывать фото или монтировать видео, научиться выступать в жанре стендап или стать участником команды КВН, принять участие в интересных мастер-классах и интеллектуальных играх, пообщаться со сверстниками и найти новых друзей. В центре первый раз после его открытия. Мы здесь были с Ириной Владимировной, когда это была ее мечта. Здесь ничего не было похожего на то, что они сделали своими силами. Здесь была одна фантазия. Мы ходили по этому помещению, и у Ирины Владимировны были только задумки. Я хочу здесь сцену, я хочу, чтобы здесь было притяжение молодежи, я хочу, чтобы здесь было круто и вау. Я впечатлениями могу поделиться, это действительно получилось вау. Отсюда бьет большая энергетика, чувствуется, что здесь молодежи нравится. Нравится заниматься, КВН проводить, сцена замечательная, обустроили, раскрасили, вложили душу. Я считаю, что называется это так. Мне кажется, здесь все получилось. Все так, как мечтали, Ирина Владимировна?